После показа фильма в Амстердаме Дилан и Вирджиния посетили Мадрид в Испании. На специальном мероприятии актеры подписывали книги для своих поклонников. Визажист готовит актрису к премьерному показу фильма. Премьерный показ фильма «Мое прекрасное несчастье» состоялся в кинотеатре Science Callao. Дилан говорит, что многие люди читали книгу и смотрели трейлер фильма «Мое прекрасное несчастье». Он считает, что этот фильм очень сексуальный и смешной. Также известно, что в декабре 2022 года было подтверждено продолжение фильма «Мое прекрасное несчастье». I would say that this movie is very surprising. When we both read the script in the beginning, it was immediately jumping off the page. It's such a fun movie. It's sexy, it's romantic, it's action-packed. There's lots of funny moments too. I think it's a really, really good movie for the theater. So I'm so glad you guys are here to see it on the big screen. And I think in general, it's an amazing theater-going experience that you guys are gonna walk away from very pleased with, so. That's what I would say. Pues ya que me preguntan, yo diría que esta Вторая часть будет называться «Прекрасная свадьба». Дилан сообщает нам, что сиквелу дан зеленый свет еще до появления первой части в кинотеатрах. Вирджиния также взволнована. Она очень благодарна Voltage Pictures за то, что им позволили снять второй фильм. Актриса обещает много веселья. Во второй части главный герой просыпается после сумасшедшей ночи в Вегасе и понимает, что они женаты.
они проводят медовый месяц в Мексике со своими друзьями и семьей. Их брак – судьба или очередная катастрофа?
вечером Дилан и Вирджиния провели пресс-конференцию и автограф-сессию с фанатами.